Ну а в преддверии праздника Михаил Игнатьев встретился с членами товарищества офицеров «Сыны Отечества». Генералы, выходцы из Чувашской республики, поделились впечатлениями от посещения родных мест. Говорили также о текущей экономической обстановке и о том, как важно воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, планы прошлого года удалось выполнить и даже перевыполнить. Кроме того, за последние 3 года улучшилось социальное самочувствие жителей Чувашии. Выросли показатели рождаемости. В связи с этим были построены новые детские сады. В регионе стремительно развивается промышленность. Проходят мероприятия международного значения. Эта связь с республикой нам просто необходима, независимо от того, где бы мы ни находились. Мы продолжаем интересоваться ситуацией в республике, как там складывается обстановка, как политическая ситуация. А мы, являясь сторонниками стабильности экономического подъема в республике, полностью поддерживаем ту политику, которую вы сегодня, Михаил Васильевич, проводите. И учитывая, что этот год, он сложный для вас и в целом для республики, мы хотели бы от нашего генеральского сообщества пожелать удачи, успехов, так держать. А мы, военные, будем рядом с вами всегда.